Говорят, что театр начинается с вешалки. В таком случае первый сибирский фитнес-фестиваль, который состоялся 9-10 октября в концертном зале, начинался с выставки «Фитнес-формат», которая проходила в фойе. Выставка проходила 2 дня, и все желающие за это время могли ознакомиться и с тренажерами, которые производит омская фирма «Антарес» под торговой маркой «Петро», и со спортивным питанием, которое предлагают омские магазины, и с выставкой фотографий на тему «Здоровый образ жизни». Кстати, газета «Теле7» проводила конкурс на лучшие фитнес-фото, и победительницы были награждены призами от газеты «Теле7». А за кулисами в это время кипела невидимая широкой публике работа. Люди наносили последние штрихи, мазали на себя грим, девушки прихорашивались, делали макияж, кто-то подкреплялся, кто-то нервничал. В общем, обычная рутина перед соревнованиями. Я очень рад, что нам удалось избежать длительного и тяжелого открытия. Все произошло достаточно динамично. И после слов напутствия президента Омской федерации бодибилдинга Сергея Пашкина действие началось. 10-й юбилейный чемпионат области по бодибилдингу и фитнесу стартовал, как всегда, с выступления категории юниоров. А в ней было заявлено 8 участников с самым разным уровнем подготовки. А некоторые ребята выглядели так, как будто они 2 раза проходили мимо штанги и 1 раз брались за нее руками. Но тройка призеров была, что называется, в полном порядке. А в итоге, по решению судей, на 3-м месте оказался совсем еще юный, но уже достаточно титулованный, он 2-кратный чемпион России среди юношей, Сергей Базаров, представляющий клуб «Атлет». На 2-м месте оказался чемпион весеннего сезона Евгений Медведев из клуба «Триумф». И победил в этой категории, буквально поднявший себя из пепла, как птица Феникс, Павел Грибов, выступающий нынче за клуб «Озон». В абсолютной категории женского бодибилдинга в этот раз было заявлено 8 участниц. А другое дело в том, что не все участницы соответствовали канонам именно бодибилдинга. Многие из них были похожи на фитнес, а некоторые даже и на бодифитнес. То есть количество в качество не переросло. Чемпионкой области в который раз вполне заслуженно стала Ирина Виткова из бодифитнес-центра «Триумф». Женская категория бодифитнес в последнее время вызывает все больше и больше интереса у трудящихся масс. Во всяком случае, на России эти категории становятся все многочисленнее и многочисленнее. Омск не становится исключением. В этой категории было заявлено 12 спортсменок. Соревнования достаточно простые, произвольных программ девушки не показывают. Они соревнуются в 3 раундах, в поворотах, и каждый раунд выходят в разных купальниках. Первый раунд — черное бикини. 2-й раунд сплошной купальник, и 3-й раунд произвольное бикини.
Каждый раунд оценивается судьями независимо, и результаты суммируются. По сумме наименьших баллов определяется победительница. Несмотря на всю простоту и легкость соревнований в бодифитнесе, перед тем, как девушкам появиться на сцене, им приходится пройти очень тяжелый путь. Это и пахота в тренажерном зале, и мучительная низкоуглеводная диета, и долгие забеги по утрам, соблюдение режима дня и многое-многое другое. Поэтому чемпионка остается чемпионкой в любом виде спорта. И борьба была очень интересной. За первое и второе место схлестнулись между собой весенняя чемпионка Ксения Еремеева и Наталья Чередникова из спортивного клуба «Триумф». А в итоге на третьем месте оказалась наша гостья из Челябинска Ольга Горовенко. На втором месте Ксения Еремеева из клуба «Атлет». И вполне заслуженно победила совсем юная 15-летняя Наташа Чередникова из бодифитнес-центра «Триумф». Тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. Ну, правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Мужчины соревновались в двух весовых категориях – до 85 килограмм и свыше. В первой категории заезжим гостям из Тюмени и Барнаула смог посопротивляться только Андрей Двуреченский из клуба «Ермак», который сделал себе достаточно неплохое качество, но, как всегда, отличался очень смелым подходом к цвету своего грима. В итоге на третьем месте ветеран 52-летний Валерий Парфенов из Тюмени. Второе место занял Андрей Двуреченский. И победил категорию Алексей Вашурин из Барнаула. Категория фитнеса была очень тяжеловесной не в плане физического веса, а в плане титулов, которые носили участницы. А три спортсменки представляли верхушку российского фитнес-спорта. И именно они и поделили омский пьедестал почета. А в итоге достаточно упорной борьбы на третьем месте оказалась представительница спортивного клуба «Авангард» Катя Пузыренко, которая возобновила свои выступления после рождения сына. Второе место у вице-чемпионки Европы среди юниорок Светланы Кочкиной из города Челябинск. И чемпионкой области в который раз стала Наталья Кычакова, представляющая в этот раз спортивный клуб «Форма». Завершали 10-й чемпионат Омской области своим выступлением мужчины, выступавшие в категории свыше 85 килограмм. Под ними буквально прогнулся пол, зал был в жутком восторге. Но только одна маленькая ложка дегтя испортила эту большую бочку меда. Наши омские спортсмены в тройку не попали. В результате борьбы на третьем месте оказался самый тяжелый спортсмен, 126-килограммовый Андрей Мальков из города Тюмень. На втором месте, хотя мне показалось, что он был достоин первого, так на втором месте оказался Александр Щеголев из Челябинска. И выиграл эту категорию представитель Барнаула Денис Иванов. За звание абсолютного чемпиона Омской области зарубились по три победителя из каждой весовой категории мужчин. В итоге третье место одержал победитель категории до 85 килограмм Алексей Вашурин. На втором месте оказался Александр Щеголев из Челябинска. И абсолютным чемпионом Омской области 2004 года стал Денис Иванов. Город Барнаул. С чем мы поздравляем всех омских культуристов. Соперники очень достойные были, конечно, очень пришлось тяжело. Выступал 2 октября. Там немножко я как бы подготовился, тоже стал абсолютным чемпионом. Здесь гораздо выше был уровень, и поэтому мне пришлось гораздо тяжелее. Очень высокий уровень. Народ привлекать, чтобы народ тянулся. Молодежь тянулась за спортсменами. Конечно, этот праздник, этот турнир и фестиваль этот нужен, естественно.
На этом программа первого дня фитнес-фестиваля была завершена. Во второй день сибирского фитнес-фестиваля стартовали два других турнира. Первым был турнир омских силачей. В нем приняло участие всего 9 человек. Для миллионного города это, конечно, не бог весть что. Но, тем не менее, посмотреть было на что. Спонсировали этот конкурс фирма «Антарес», производитель омских тренажеров, торговая марка «Петро». И призы учредила также фирма «Цепта». В первом туре заявленные силачи должны были выжать лежа штангу весом 105 кг на количество раз. В этом туре места распределились следующим образом. Виталий Михеев из спортивного клуба «Престиж» выжал штангу 30 раз. Андрей Кокухин из клуба «Великан» поднял ее 24 раза. И Дамир Исмакаев из спортивного клуба «Престиж» выжал 105 кг на 22 раза. Второй тур был несколько сложнее для ребят, потому что там надо было выжать стоя 2 двухпудовых гири. А таким видом спорта практически никто никогда в тренажерных залах не занимается. Опять впереди был Виталий Михеев, он поднял эти гири 20 раз. И прочие участники, кстати, Андрей Кокухин снялся с участия, прочие участники Дамир Исмакаев, Вадим Мальцев и Михаил Куркин подняли гири по 10 раз. По итогам двух туров в третий тур, в финал, вышли 2 спортсмена из спортивного клуба «Престиж». Виталий Михеев, весивший около 130 килограммов, и Дамир Исмакаев, чей вес, ну, может быть, в районе 80. Именно они должны были разыграть пальму первенства за столом для армрестлинга. Ну, по пословице «сила солому ломит», победил Виталий Михеев. Он получил главный приз – тренажер для жима лежа от фирмы «Антарес», торговая марка «Петро». Кстати, Виталий Михеев работает преподавателем в Омском государственном университете. Вот, а еще говорят, сила есть, ума не надо. А в турнире по армрестлингу «Брось вызов» рискнуло принять участие всего 5 человек. Поэтому борьба пошла по сложной круговой схеме. Было проведено несколько предварительных отборных схваток, в результате чего мы с Олегом Козловым, директором физкультурно-оздоровительного центра «Гармония», определили 3 финалистов. Ими стали Павел Иванов, Михаил Куркин и Максим Медведев. Между ними и разыгрались основные поединки. В поединке между Михаилом Куркиным и Максимом Медведевым выиграл и вышел в финал Михаил Куркин. В следующем полуфинале Павел Иванов, Максим Медведев. Максим Медведев, увы, опять проиграл. И вторым финалистом оказался Павел Иванов. И вот, наконец, упорная финальная схватка. Оба борца очень сильные, очень техничные. Но, к сожалению, Павел Иванов 2 раза нарушил правила ведения боя. За что и был дисквалифицирован Олегом Козловым. Занял, соответственно, 2-е место. А победителем турнира «Брось вызов» стал Михаил Куркин из спортивного клуба «Гармония». Оба финалиста получили подарки от спонсора конкурса — сети салонов спортивно-оздоровительного питания «Фитнес-формула». На этом вся программа первого сибирского фитнес-фестиваля была завершена. До встречи в следующем году.
Вы еще не засохли от диеты.